а для хлебороба весна – гостья желанная. Хорошо подготовились к посевной в колхозе имени Салавата, Кушнаренковского района Башкирии. Едва прогрелась земля, механизаторы вывели на поля свои агрегаты. Все отлажено, настроено. Тракторы, сеялки, заправщики. Уже 29 апреля звено Калимулина первым в районе завершила сев ранних яровых. Переходящий вымпел вручил передовикам соревнования секретарь райкома партии Шайхиев. Настроение у земледельцев хорошее. Добрый посев обещает добрые всходы.